Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас еще один небольшой такой маленький, да, заказик Avon. Коробка пришла с разницей в 2 дня между основным заказом и этим, поэтому решила сразу вам снять и именно в формате распаковки. Так, посмотрим, что же у нас в этой маленькой коробочке. Так, опа, накладная. Вот она. И вот, в принципе, весь мой заказ. Коробочку уже убираю, все лежит нормально. У меня здесь, девчонки, были еще духи. Сейчас скажу, какие. Так, они в накладной даже не указаны. Я заказывала пюр, женский аромат, у меня попросила девочка. И он не был, не горел красным на момент заказа. Когда выставили счет фактуру, написали уже, что водички нет на складе, ждите, в следующих заказах вам доложат. Девчонки, кто сталкивался с такой ситуацией, напишите, пожалуйста. Я просто не знаю, кто-то говорит, что и в течение 5 каталогов может не прийти, кто-то говорит, что быстро приходит. Стоит ли ждать или лучше позвонить сразу на горячую линию, отказаться? Вообще, как это все делается? Потому что я с таким впервые столкнулась. Нужно на горячую линию позвонить и отказаться, и должны вернуть на счет деньги, или как это происходит? Девчонки, у кого-то такое было, пожалуйста, напишите. Ну и первый продукт, который у меня есть в заказике, это Avon True румяна шарики, цвет Cool, код 71220, девчонки. У меня есть подобные румяна, только в другом оттенке. Я вам сейчас, вот оттеночек, я вам сейчас их покажу. Вот они. Вот так они выглядят. Я подозреваю, что цвет Cool, он без розового оттенка. Здесь у меня 3 цвета, они уже немножко, видите, смешались, поистаскали. Здесь светлый, как хайлайтер, розовенькие и бежевые. Такие, ну не бежевые даже, а как бронзант. И я их смешиваю, естественно, иногда раздавливаю шарики, чтобы они были более пигментированные, потому что поначалу как-то было много пигмента, сейчас мне его на самом деле не хватает. Румяна классные, и когда на них бывает акция, я очень рекомендую. Я вам сейчас сделаю сочек, я взяла специально маленькую кисточку. Кто не может определиться с цветом, да, как этот цвет выглядит, именно этот, который у меня, я вам сейчас расскажу. Он такой, знаете, немножко в бронзовый уходит. Сейчас лучше пальцем это сделать все дело. Есть такое деликатное свечение. Вот видите, если пальцем, то очень-очень прям вот еле заметно. Но и кисточкой также. Здесь много перламутра, много светоотражающих частичек. Поэтому, кто любит именно матовые румяна, это, конечно, история не про вас. Это сплошной перламутр. Вот как выглядят на пальчике они, да? У них такой вот как бы золотистый подтон. Вот, сейчас хорошо будет видно, видите? Золотистый. Больше, мне кажется, подойдет смуглым девочкам, но мне не нравится. Это у меня оттенок. Слушайте, это тоже Cool. Вот написано. Значит, у меня заказали такие же трехцветные. Это тоже оттенок Cool у меня. Значит, эти девочки один в один. Ну и хорошо, как бы. Классный оттенок, мне нравится. Я им прям активно пользуюсь. Мне кажется, они у меня быстро закончатся, потому что я их раздавливаю. Румяна классные, кто думает, прям заказывайте, советую. Следующий продукт в моем заказе – это очищающий мицеллярный скраб для лица, для ежедневного применения. Я вам уже говорила, девчонки, что я его обожаю. Так, код 190-64. У меня тоже он есть и в активном пользовании, вот как вы видите. Это уже, по-моему, 2-й или 3-й тюбик. Он у нас приходит запечатанный. Нет, нет, не запечатанный, кстати, и, скорее всего, не зафольгированный. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Рекомендую всем обладательницам жирной, комбинированной, нормальной кожи. Не знаю, как он сухой себя поведет. Он потрясающий. Я применяю его на утреннее умывание, скажем так, чтобы снять накопившиеся за ночь все частички омертвевшие, там и после ночных масок, и кремов жирных, чтобы все это с кожи удалить. Он подходит идеально. Прям вот на утреннее применение как нельзя лучше. Он вот такой вот белесый. И здесь много полирующих частичек. Я бы назвала его не скрабом, а гамаш.
что-то ближе к этому, потому что они очень мелкие, их даже камера не передаст, и я их глазом даже не вижу, но они есть, их много, и они мелкие. Очень здорово полирует, кожу очищает, а на лице потом матовый эффект, потрясающее средство, особенно девчонки, у кого жирная комбинированная кожа, прям рекомендую. И следующий продукт в заказе, девчонки, я взяла жет из линейки, очищающий гель для лица для всех типов кожи. Код его 23587, я беру его впервые, мне очень нравится из этой серии тоник, который с пудрой, да, для жирной кожи. Мне очень нравится пенка, я ее обожаю, показывала в предыдущем заказе. Гель беру впервые. Вот так он выглядит. Здесь 150 миллилитров. Скорее всего, он тоже у нас не запечатан, да, не зафольгирован. Прозрачный гель, очень густой. Смотрите, аж куском вывалился. Запах, как у всей этой линеечки, такой же абсолютно. И он, смотрите, он прям кусками. Прям кусками. По коже как будет распределяться. Ну, нормально. Обычно, ну, смотрите, вот мне напоминает, кстати, это гели витаминные сыворотки из фикс-прайса линейки Сейдо. Смотрите, как сопли. Вот как это дело выглядит. Конечно, не очень презентабельно. Как у него со сроками годности, интересно. Так. 10-е, 12... Нет, 20-е. В общем, год 20-й. Слушайте, интересно. Год 20-й. Ну, значит, он такой и должен быть, сопливый. Видите, как тянется? Ладно, буду пользоваться. Обязательно потом в Инстаграм напишу вам свой отзыв, какой эффект от него на кожу после применения. Если не подписаны, ссылочка на Инстаграм всегда под видео. Так, конечно, текстура очень странная. Еще один продукт в моем заказе – это вот такой гель для душа Сенса с любовью к цвету. Я решила девочке в подарок положить к заказу, да, лепестки и цветы жасмина, крем-гель для душа. Он не крем-гель, он гель, про эту ошибку уже все знают, в каталоге он у нас нарисован как крем-гель, то есть непрозрачный, на самом деле это гель. Мне понравился, девчонки, он у меня был, классный аромат, вообще потрясающий. Смотрите, здесь наклейка, у нас даже, наверное, польский. Обалдеть. Пришел польский гель для душа. Вообще супер. Аромат классный, весенний. Я, правда, там чувствую жасмины, какие-то цветочки. Поэтому вот на весну потрясающий. И последний очень интересный продукт, на который давно смотрю, девчонки, это у меня подводка для бровей от Марк. В цвете Light, код 99192. Я взяла ее для себя. Сейчас мы с вами протестируем. Я долго думала, какой оттенок взять. Это Light Brown у нас, да? Вот. Потому что сейчас уже блондинка и хочется чего-то посветлее. У меня все темное. Сейчас посмотрим. Я искренне не надеюсь, что она не рыжит. Вот так выглядит баночка. Маленькая, удобная, красивая. Стеклянная, кстати, тяжелая такая. Слушайте, ну тут прям оттенок классный. Камера, кстати, передает вот прям как есть. Давайте пробовать наносить. Я взяла специально скошенную кисточку. И сейчас посмотрим. Так, набирается продукта немного. Это хорошо, она очень твердая. Слышала, как-то девочки писали, что она сохнет. Мне кажется, сюда можно добавить мицеллярчик или еще чего-нибудь, и она сохнуть не будет. Так, по цвету. Вот как она выглядит. Ой, красивый оттенок, девчонки, без капли рыжины, благородный, действительно светло-коричневый оттенок. Если камера чуть-чуть и рыжит, то нет, на самом деле нет. Я вам потом на свету постараюсь все это дело показать. Рисовать. Рисовать нормально. Сейчас посмотрим, когда она впитается. Подводить, если бровку, контуры рисовать, да? Вполне себе неплохо. И заполнять участки. Вот. Очень даже ничего. Я рада, что заказала именно этот цвет, слушайте. Буду пробовать, буду пользоваться. Надеюсь, что она стойкая. Пока вот чуть-чуть она стирается. Сейчас посмотрим через несколько минуточек. Ну вот прошло несколько минуточек. В принципе, все вот уже нормально. Она не мажется и практически не стирается. Остается на руке. Я тут немножко еще поигралась. Думаю, как же ей волоски прорисовывать. Наверное, нужна, мне кажется, кисть потоньше еще. Или попробовать залезать туда даже щеточкой для бровей. Не знаю, попробую, поиграюсь. Я рада, что цвет пришел такой достойный. Слава богу. Поэтому буду пользоваться.
Ну вот и все, девчонки, вот такой небольшой у меня был дозаказик по третьему каталогу. Напишите, пожалуйста, про вот это вот недовложение или недостачу на складе, как вы поступаете в данных ситуациях. Очень интересно будет ваше мнение. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока.